Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2. Ну что ж, выходим в меню. Здесь все очень плачевно и по деньгам, и по гемам, и, соответственно, все сложнее. Так, что у нас тут? Уровень сложно, да? Идет уровень сложно. Здесь мы с тобой выполнили. Ага, 600 монет можем заработать с тобой на дуэли. Ну что, давай попробуем, наверное, с тобой подраться здесь. Тут каждая копейка на счету, против нас ниндзя. Так что тут придется, да, немножко пошуршать, покумекать. Так, но здесь, по-моему, с управлением немножко все получше у меня, да? Реагирует получше. Так, ну нунчаки у нас с тобой. Поехали. Схлопотал. Так. Ага, поехали. Да ё-моё, ты подсечку-то... Блин, у меня совсем на другую кнопку стоит нога. Ё-моё. Хорошо, ты сейчас прыганул, парень. Мне понравилось. Давай, прижучим. Угу. Тихо, отвали ты. Ну. Так, попробуем. Нет, не вышло. Так, так, так. Ах ты, прописал прямым в лоб мне. Не, парень, не в этот раз. На коленочку взял его, да? Попробуем. Угу. А если еще... Не вышло. Да ладно, подловил меня. Вот пройдоха. Ну что, будем, наверное, сейчас нунчаком его. Да смотри, какой жук, а. Хорош. Я знаю, зачем там стоишь. Да, ну не для этого, конечно же, не для этого. Так, пробуем. Есть, подловил я его. Теперь попробуем подсечку. Нормуль. Так, добить-то получится, нет? Так, тихо. Поехали. Ах ты! Шантропат, ты что делаешь? Валяйся нафиг. Фух. Так, здесь вроде бы нормально. Блин, ну кнопки, конечно, немножко не так стоят, как... Там привыкаешь к одному, тут привыкать приходится совсем по-другому. Файт. Что ты стоишь-то? Что ты лыбишься-то? А? Сейчас было хорошо, давай. Я так и думал, что будешь подсечки свои делать. Поехали. Ага, вырвался, да? А если так? Ну что, засуетился-то сразу же. Давай, подходи сюда, парень. Я понял. Ну вот так-то мы не договаривались. Хорош. Завязывай давай уже, а. Так, надо попробовать ногами его. Немножечко не вышло. На. Ну давай, иди ко мне. Сейчас тебе боковым попробую звездануть. На! Хорош! Подсечка пошла. А беспонтовая. И! Ну! О! Нормулька. Ниндзя отдыхает. Ребят, 600 монеточек мы с тобой зарабатываем. Ну, 616 в общей сложности. И мы двигаемся с тобой далее. Закрыто на 4 часа. Блин, как тут долго, ребята, закрывается, все это открывается. Так, тут выполнено в теневухе, по-моему, безумно. Тут сложно на турнире. Оу. Слушай, а давай попробуем. Попробуем, наверное, с тобой здесь подраться. В ночном режиме против обезьяны. Оу, вот оно даже как. Я обезьяну, по-моему, тогда не смог вырубить, да? Слишком шустрая она показалась мне. Ну, а, у меня еще и... Понял. Так. Да нет, 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 нет. Ну, есть, попалась обезьянка. На-ка. Погнали. Ну, лежать бояться. Так, теперь попробуем. Не вышло. Кто? Он по мне? Ну ведь должен был я попасть по нему. Давай, иди сюда. Не бойся, обезьяна. Матрос Салаго не обидит. Да иди ты. Не подловил я его, не получилось. Хотя получилось, ребят, получилось. Но немножко не то, что я хотел. Вставай. Ах, ты увернулся, а. Да и ладно тебе, завязывай уже. Прыгай-то здесь, макака. Ух, ладно, первый раунд выиграли. На втором раунде обезьянка должна быть поагрессивней.
все-таки пробил, да, блок? Нормуль. Так. Нет, 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 нет. Да иди ты! Я же говорил, что она будет агрессивная, эта обезьяна. На! Машет он мне тут. Ой, зря. Вот сейчас было хорошо. Жалко, он под полную, конечно, комбу не попал. Накати. Давай, 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 подходи. Ах ты, что ты там юлишь? Ну, я хочу боковым, ребят. Ой, не то, боковым говорил, а не верхним. Ага, закрылся. Ай, вывернулся. Поехали. Опять заблокировался, а? Да что ж ты будешь делать-то, а? Блокируется и все. Подрезал, да? На, гаденыш. Есть, попал под комбинацию он. Хорошо, довольно неплохо. Ага, блок стал. На. Пора, по-моему, заканчивать им. Блин. Зря, такие ошибки недопустимы, ребята, здесь. Сейчас попробуем его прижучить. Понял тебя. Отлично. Отличненько. Завалил я его. Так, призы. 22 монетки, но это не главное. Главное, с бой прошли дальше. Новые ужасные боссы угрожают миру. Присоединяйся к рейдам, чтобы побороться с ним. Я понял тебя, понял. А у нас до сих пор еще сложно идет. Поехали. На этот раз у нас безумец. Блин, безумец. Я даже по его физиономии вижу, что он действительно безумец. А что у тебя в руках? Какой вид оружия? Неужели... Ой, кастеты, блин. Стилеты, кастеты. Штука противная на самом деле. Да ну. Попался, а, голубчик. Ну давай, я боком попробую сейчас его, нет? Не то. Раскрылся зря, зря, зря. Два удара, слушай, солидно. На, подрезал. А? Я понял. Ах ты, гаденыш. Ну. Давай, удар там остался всего лишь. Все, лежит. Так, безумец отдыхает у нас с вами. Мы еще второй раунд с тобой продолжаем. Ага, понял я тебя. Поймал? Поймал. Ну иди сюда. А если я? А если еще разок? Во-во-во-во, это опасно. Ай-яй-яй, вернулся он. Вот сейчас хорошо было. Ну что делать, а? Смотри, как он разухарился. Ну, блин, да что ж ты, он еще и выбил меня. Твою налево, походу дела пахнет керосином, ребят. Бросил меня еще, а? Ты посмотри. Блин, ты посмотри на этого безумца. Ушатал, выбил у меня, блин, мои крисы. Зашибись. А ничего, нормально это, да? Это так и должно быть, чтобы с удара пол хп сразу снести. Но для него это, видимо, норма. Тебя умоляю. Поехали. Я понял. Стандартный, да, удары делаешь? Да блин! Ну! Так. Полежи чуть-чуть. Да, друзья мои, что-то я тут как-то схандрил. Схандрил. Обычно мы как бы с вами машем этими стилетами налево и направо. А тут почему-то получилось. И все равно, ребят, попробую еще разок сделать. Ну, как минимум до Мизумки нужно здесь дойти. У нас с тобой здесь, заметил, бои не такие шустрые, как в Сенсее. Здесь надо думать. Опс. Е, нет, 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 блокирует. Поехали. Подловил я его, да? Так. Ай-яй-яй. Лежи.
Ой-ой, плохо. Ну, будешь прыжок делать или что-нибудь в этом роде, нет? На! Вот жучара, а ты посмотри. Блин, у нас здоровье с ним на равных. Да ладно, он начинает, ребята. О, по башке получил. Ох, ничего себе! Первая победа за мной. Это хорошо, это крит. Офигенный крит пошел по голове ему. И столько здоровья сразу мы отняли. Я одного не могу понять. Почему у меня здоровья так мало? Оно что, не восполняется, что ли, или что? Ага, ага. Смотри, смотри. А, нет, вот теперь все в норме. Что-то странно как-то происходит здесь. Да как же ты так... Начинается вот эти вот удары свои нижние делать. Так, а если я в него метну? И еще метну. У него звездочек, походу, дела нету, да? А у меня-то они есть. Да-да-да-да-да, прыгай. Я попробую отнять, ребята, как можно больше количества хп у него. Да чтоб тебя. Прыгаешь, да? Ну ладно. Смотри, смотри, что делать. А? Я вижу, что ему это не понравилось. Что он весь бедный психует. Получи тогда. Еще одну. Не хочешь, гад? Достал, дотянулся все-таки. Ну... Да что ты будешь делать-то с ним, а? Немножко рубанул. Бросок мне сделал, а? Ох ты, гад. Ты посмотри, он на втором раунде что-то активируется. Я его не могу, ребята, ушатать. Так, если сейчас мы с тобой сфейлимся, это будет плохо. Поехали. Поехали, блин. Поехали и приехали. Чего? Обалдеть. Да, кастетами, конечно. Жестко бомбит. Так, тихо. Прям в табло. Я у него тоже выбил, да, оружие? Поехали. Блин, уворачивается. Ах ты, гаденыш, а ты посмотри. Да ну хорош. Как ты меня достал, а? Кто? Я попал, да, по нему? Да иди ты в пень, да ну нафиг. Чё за бред? Бред бредяцкий какой-то, а? В бой, блин. Я не могу в ночном режиме этого гада выиграть, а? Да что за фигня такая? Криса, а у меня чё, кроме Криса? У меня разве не здесь посох, а? Почему мне Криса дали? Чё, случайное снаряжение, что ли? Ну да, наверное, случайное снаряжение, поэтому, ребят. Получил. Поехали. Блин, тут лучше отходить, когда вплотную беспонтово вообще драться с ними, если честно. Ага. Поехали. Ну, естественно, естественно, ребят, он... На! Попробую его издалека забомбашить. Так. Окей. Отдохни. Получил, да? Вот попробуем. Ага, перебил я ему удар. Еще полежи. Ну здесь как-то легко, даже здоровья очень много осталось у нас. Ох, безумец. Твою ж налево. Так, давай попробуем так же как-нибудь втихушечку его бомбануть. Ох, ты саданул все-таки. Так, ладно, поехали. Отвали. На, неплохо, сейчас в табло ему прописал. На, Сюрик, лови еще один. Уходит, да? Юлит! Получил в табло. Блин, давай еще попробуем. Ага. Еще разок. Так, тут аккуратненько надо уже. А, уходит опять. Тогда лови. Поехали. Готов? Отходим.
подрезал, все. Надо было еще более-менее аккуратнее, да, и все у нас, как говорится, получилось. Фу-фу-фу-фу-фу. Когда же мы получим с тобой 11 уровень? Сложно. До сих пор уровень сложно идет. Хм. Так, что мы здесь с тобой можем? Так, пойти. Дай-ка я гляну, во-первых, что у меня там по оружию. Неужели у меня... да? Да-да-да, ребята. Чтобы купить эти, нужно 14 тысяч монет. 14 тысяч. А у меня всего лишь 2 тысячи. Да, тут с деньгами, конечно, жестко. Все очень жестко. Зачаровать. Мне даже не хватает на зачаровку. То есть крисы у меня обычные, да, самые простенькие. Тут у нас с тобой каждый пропущенный удар может увеличить урон от вашей следующей атаки. Да, и шлем у меня тоже какой-то не особо хороший. Ну что, пойдем на испытание. В этот бой можно вступить... понятно, я могу. Могу? Задира? Блин, со своими стилетами здесь, а? Так, а я с крисами. Уходим сразу же, да, наверное? Ну что, давай, иди сюда. Понял, у тебя есть уже чем метнуть. Ох ты. Попробуем. Хотел на самом деле подсечку сделать. Твою ж налево, блин. Почему так плохо срабатывают удары, я не пойму. О, друзья мои, по-моему, тут фейл. Зачем я начал делать... Зачем я это начал делать, а? Специально подкатился еще под него. Ну, задира, а? Ну, задира, а? Так, замечательно он попал сейчас. Я еще удивлен, как он оружие-то свое тут не выронил. Самое удивительное, что, да? Опа! Поехали. Угу. Начинается. Так, хорошо, промахнулся он, короче, да? Да иди ты! Нет, 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 не надо так делать. Как бы сейчас все хорошо, все отлично, но... Саданул. Попробуем. Кто? Я? Я. Да что ты делаешь? Я говорю, подсечку делай, блин. Я не знаю, ребята, какой-то, блин. Говорю, ему подсечку делаю, он не делает. Он какой-то верхний удар делал, нафига это нужно? Так, предположим. Он будет бросать сюрки? Нет. И вот этот вот удар сразу же делает, который у него есть, да? Фиг присядешь, называется. Попал. Ну, здоровье у меня вообще ни о чем, ребят. Все, а нет, сейчас добьет, наверное. Метнул свой кортик сраный прям в меня, и все, ребята, я сдулся. А мне надо драться здесь. Да, я знаю, мне здесь нужно драться. Потому что иначе я дальше не пройду. Уровень не получу, даже если я уровень получу. Мне... нужны деньги. Мне нужны финансы. Да ладно, попал все-таки, да? Попал, блин. Поехали. Ну как он не боится вот в ближнем бою, блин, выпускать эти сюрикены? Вот объясни мне, пожалуйста. Это же, блин, очень опасно на самом деле. Ведь вот в любой момент можно перехватить и все. И так отгребсти по полной программе. Тихо, блин, не успел. Ага. Да чтоб тебя, блин. Дебилизм. Просто дебилизм. На пустом месте сфейлился. Просто на пустом месте. Иди ты, знаешь, куда со своими этими выпендрежами, блин, достал уже. Серьезно тебе говорю. Хорош.
Давай завязывай уже, а. Получил? О! Пошел процесс, кажется, пошел. Да. Сравнял счет, сравнял. Но дальше не говори, что мы должны с тобой расслабляться, верно ведь? Ну, конечно же, сразу удар. Попался. Ай-яй-яй, уклонился. Уйди от меня, я тебе сказал. Подрезал меня все-таки, а. Ну как вот так вот ты, блин, чмо вонючий. Как ты предугадываешь мои удары, а? Сюриком просто забомбил и все. Вот тебе и вся песня до копейки, ребята. Слов нету. Слов, блин, просто нет у меня на него. Да знаю я, сенсей, не нервируй меня. Не видишь, блин, я дерусь с этим дебилом задирой. Не могу его победить. В чем проблема, блин, а? У него удары, блин, критуют неимоверным просто образом. Ну! Ядрить тут. Экран крутится, вертится, шар голубой. Подрезал, да? Я его подбил. Не то, что подрезал. Фух, раунд 2. Блин, сейчас активируется, ребят. Сейчас он активируется, это 100% тебе говорю. Сейчас начнется тут выпендрежа его. Оу! Шанс. Ребята, это наш шанс. Давай, сюрик. Так, ну он без оружия, без своих, да, без стилетов. Соответственно, он не сможет здесь делать выпады. Будет подходить ко мне вплотную. Нет, 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 нет. Ага. Попробуем рубануть. Как всегда, не получается. Ты достал со своими попрыгушками вот этими. Да, еб... Пыросете. Твою ж налево. Уровень я получу сегодня или нет, а? Да какой там получу? Невозможно. Невозможно, невозможно. Безумно. На темноте что у нас тут? Тоже везде невозможно. Ха-ха, здесь безумно. Безумно, да? Там еще один телохранитель у него получается. Это... Кто ты такой? Щеголь. Ну ладно, щеголь. Давай пощеголим. Ой-ой-ой, у него два меча. Упс. Поехали. Так-так-так, тихо-тихо-тихо. Нет. Какие у меня короткие эти крисы. Сразу бьет и уклоняется, да? Да ну! Такого не должно было быть, ребята. Такого вот в данный момент просто не должно было быть. Ну и зачем ты так делаешь? Хорошо, что у нас, ребята, защита есть. Головы. Ну, да ладно. Офигеть. Если бы не броня вот эта на голове у нас бы, ох бы, я бы уже давно-давно лежал бы. Хотел удар сделать, он меня почему-то опер... Как он... Как он это видит, как он опережает? Упс, прям... Прям локтем в подбородок, а, засадил. Блин, вот бы мне сейчас сюда мои топорики или серпы. Ох, я бы ему устроил бы здесь, а. Ох, я бы ему устроил бы, ребята. Тинч! Прям в голову, а. Да неужели, попал? Так, ладно. Да я даже не успел ничего сделать, он уже бомбит, блин. Вставай давай, еще не закончил с тобой. Ты подсечки будешь делать, а, или нет?
Я офигею с него, блин, с этой заторможенной подсечки с его. Ну, да. По-моему, ребят, мы с вами проиграем тут щеголю этому. Все вроде бы неплохо, все вроде бы хорошо, но... Видишь, что он делает? Он сразу причем встает и сразу начинает бить. И я так лично почему-то не могу. Мне пока... Я пока там встану. Понял. Видишь, что он творит? А он, он резкий. Сразу же все у него получается, и он меня добил. Мне не хватило буквально чуть-чуть. Твою же налево, блин. По монетке, по крупице мы с вами копим деньги, называется. Поехали в бой, безумно. Да щеголь, я знаю, что вы мне показываете 333 раза. Ребят, пишите в комментариях, будем вырезать неудавшиеся бои или нет. Обязательно не забудьте написать. Если будем, будем вырезать с вами тогда тут фиговую тучу неудачных наших попыток. На тебе. А еще разок. Отнимаем хоть здоровье-то? Отнимаем. На, прям в сраку. Хорошо в дупло залетела птичка, да? А что, у него нету сериков, что ли? Да не может такого быть. Ать, в ответку мне, видел? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и что ты? Тогда получи. Я его буду издалека сюриками бомбить. Немножко подрезал, но это фиксим. Ага. Давай дальше. Уходим. Уходим от этого психа. Поехали. Уклоняешься, да? Лежать. Так, уходим, ребята, уходим. Еще раз уходим. Да-да-да, я понял, что ты там хотел сделать. Тогда бомбим. Смотри, а. Уклоняется, просто лютый. Попал, да, я в него? Еще попал. Я его сейчас издалека так вот разбомблю. У нас время с тобой, правда, идет, но да нифига, мне хватит этих 24 секунд или 22, чтобы с ним распрощаться. Кританул и добил. Все. Ребят, ну, на войне все средства хороши. Согласись, поэтому... бомблю его как могу. Ой, подрезал меня. Ну давай, вставай ты уже. Получить хочешь опять? Прям в табло. Кританул. Еще. На. Ты опять за экран хочешь уйти? Ладно, сейчас там тебя и похороню тогда. Ну, ребят, тут на изи. Все. Щеголь для нас не авторитет. Тут, слава богу, не как в третьей части, да? Три раза бросил эти звездочки и все. Он даже ничего не делал, смотри. Лайфхак, баг игры. Заводишь чувака вдаль экрана и просто его вот так вот бомбишь. Он даже не падает, он просто на коленке там встает и все. Нечестный бой, но зато эффективный. Мне нужно было пройти. Окей. 4 монетки заработал, зашибись. Всего лишь 4 монетки. Оу, рысь принимает мой вызов. Так, подожди, а разве я когти у нее не отнимал? Ведь отнимал же я когти у тебя. Че, на ночном режиме тоже, что ли, можно, оказывается, когти получить? Хотя нет, вру, ребят, когтей у меня нету. Безумно. Поехали, наверное, здесь попробуем пройти. Может быть, такой же фокус сработает, но с этим-то вряд ли, парнем, с утесом. Но если прикинь, мы с тобой встанем за экран и просто сюриками забомбим. А он, по-моему, тоже может стрелять, да, сюрикенами? Я думаю, что стоит проверить. Оп! Получил. Он, походу, дело, раскусил мою тактику. Угу. Да иди ты. Да ты. Прикинь, он меня просто сюриками своими забомбил, блин. Он мою тактику, гад, выбрал. Так, ладно. Упырь. Ты что, издеваешься, что ли? Не пойму я. Валяйся, гаденыш ты этакий. Теперь он мне в ответку, да? И его ответка, конечно, не в пример моей.
Оу, когда я попадаю под его удары, это лютость. А он, ну, естественно, он же может уклониться, он же может вот так вот сделать. Он же может все, что хочешь здесь сделать. Но... Блин, рядом... Я так и думал, что зарядит, а? Утес плешивый ты, а? Ну, ты заметил, что здесь и сложнее все во много раз. Где можно заработать финансы? На выживалке можно, да, заработать? Ну... Невозможно. На испытание идет невозможно. Только безумно остается у нас. И попробовать в ночном режиме у рыси отнять когти. У рыси отнять когти. Это будет сейчас супер сложно. Но если мы отнимем когти, будет хорошо. Но я сомневаюсь, что мы с вами отнимем у нее когти эти. Поехали, попробуем. Попробовал. Опа, а нет. Да иди ты, у него все, на все есть ответ, абсолютно, ребят. Но прижучил, да, так сказать. Ага, получилось кое-что. Оу, по-моему, сейчас будет бум. Все, отнял здоровье у меня. Отнял он у меня здоровье полностью. Одной достаточно было бомбочки, чтобы так наковылять мне. Так. Да чтоб тебе, блин. Сейчас бумкнет. Очень люто, конечно. Еще и в блоке встает. Подрезал, да, я его? Маленечко подрезал. Да ну! Ёпарасоте. Слушай, может быть... Е! Нет, не е! Давай ты подсечку! Блин, я хотел подсечку... Я не понимаю, почему подсечка не срабатывает, блин, вот жму! Ладно, 1-1, ребята. Это чудо мне как повезло. Сейчас будет трансформация, блин, этой рыси. Началось, да? Все, поехало, да? Бросок я ему сделал. А он что, из невидимости выходить? Вот, он вышел. Блин, прикинь, он меня сбил. Мой удар. Ай-яй-яй. Понятно. Говна кусок. Блин, надо кнопку представлять. Я не могу. Одна находится за 3-9 земель, другая еще где-то. Попробуем. Ну, все, ребят. Начинается. Твою ж налево, а. Ушатает. Это какой-то Unreal. Просто Unreal, вот и все. Когти я захотел у него забрать, ага. Пока мы не научимся с вами нормально здесь бомбить, пока я не научусь нормально здесь бомбить и выживать, у меня ничего не получится. Ни с одним из боссов. Ни когти мы с тобой не отнимем, ни шиша. Если я вот этого утеса даже завалить не могу. Но... Получи, гаденыш. Сейчас будут сюрики бросать, ага. Ну как ты, блин, вот... Да он все просто знает наперед, что я буду делать, понимаешь? Все, абсолютно, он... Предугадывает мой удар. Будущий там еще какой-нибудь. Ну. Правильно, он в блоке стоит. Еще и бросок мне делает. Отнимает практически все здоровье. А я ничего не могу сделать. Подрубил, подрубил я этого гаденыша. Так, не расслабляемся, ребята. Есть шанс его вырубить. Того утеса великана молодого. Поймал? Поймал. Радость пока рано. Не надо. Ох ты, смотри. На критовке сколько отнял. Да иди ты, блин. Кусок говна, а.
Ну вот как такое может быть? Давай, подсечку. Что ты делаешь, Рэй? Кто кого? Я. Это чудо. Это, ребята, просто чудо. Я по-другому не могу это назвать. Что сейчас было и как это было? Уровень-то я получу или нет все-таки? Неплохо. Ты получил новый уровень, 11. Спасибо тебе большое, сенсей. Я этому, блин, очень рад. Новые ужасные боссы угрожают миру. Да я понял. Господи, что у меня? Дайте мне удар в падении. Изучить. Удар в падении. Тут ударов чертова туча. Я больше половины даже не использую. Вблизи, вблизи. Наискосок, вперед и вниз. Так, 9000 у нас с тобой денег. Давай посмотрим, что нам предлагают. Цзяньгоу. Угу, Цзяньгоу. 52 вот таких вот рубина. Где мне их взять? Донатить? Не хочу ничего донатить. Шлем. Шлем. Сюрикены. 17 тысяч надо. 17 тысяч. У меня нет таких денег, ты пойми. Нету. Это тебе не... Этот... Не история сенсея, безумно. А чтобы дальше выигрывать, мне нужно, ребята, ну что-то купить. Что-то купить для того, чтобы хотя бы был уровень сложности уже, ну, нормальный или хотя бы сложно, но никак не безумно. На безумке мне делать нечего. Оружие не могу взять, броня. Броня стоит дорого, шлем не хватает. Это говорит о чем? Что мне нужно идти на выживалку. На выживалку, выживалка где у нас? Вот, максимум 640 монет, а нет, подожди, у нас же здесь. Так, безумно, безумно. Вот, пойдем с тобой на выживалку. Хотя бы хоть на какую-нибудь шмотку попробуем накопить. На какую-нибудь шмотку, чтобы мы могли уже здесь, ну, раздавать хоть какие-то люли. Иначе мы будем с тобой тут отгребать по полной программе. Да иди ты. Ага, попал. Начинается, да, веселуха. Так, понял тебя. А, ну мы у тебя ушатаем сейчас. Ха-ха-ха. Попрыгучка, стрекоза. Ну что, 30 монет мы с тобой уже заработали. С посохом, это плохо. Попробуем пробить. Пробил. Ну, комба пошла. Хорошо, мы сейчас на вертушке его подловили. Тихо, ждем, 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 ребята. Может, так сделать? А? Слушай, ну неплохо. Есть. Так, ниндзя с посохом у нас отдуплился. Еще 30 монет, это 60, да, уже получили мы. Со стилетами. Тут уйдем, откатимся. Попробуем сюриками. Попробовал. Попробуем его, наверное, сейчас, я не знаю, может быть, подсечкой. Да почему ты не делаешь, ну, подсечки? Ну, нужны, блин, мне подсечки. Я же не просто так, блин, как говорится, хочу сделать, блин. Не просто же так. Я офигею, нажимаю вниз удар, он совсем не то делает. Накрыл. Я не понимаю, ребята. Не хочет что делать подсечки и все. Хоть тут треснет. Блин, это еще ниндзя, что у нас тут с таким самурайским мечом. Ой. Фарш, да? По-моему, фарш. Сразу же, перфект. Даже ничего не сделал он. Так, раунд пятый. Ну, соточку мы с тобой заработали, грубо говоря. Уже 100 монет, наверное, где-то так. Что ты? Ай, ай. Ой. Еще и бросок до кучи. Совсем, смотрю, парень, ты нюх-то потерял. Так, давай попробуем. Иди отсюда. Отлично. Харт. Брэд Хит, Манхарт, ё-моё. Так, а тут у нас со стилетами, да? Понял. Так, хорошо сейчас было. Попал под камбу. На, ай, хотел по глотке. Ага, так ты решил, да? Нечестным способом. Ну давай, 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 что ты будешь делать? Сейчас попробую его, не хочет. Попробуем так сделать. Ах ты! Шлепок. Валяйся тогда.
Отлично, вживалка идет неплохо. У нас какой уже сейчас раунд? 7-й. 3 раунда, и мы в топе. И мы в опе. Но-но-но-но-но. Ай-яй-яй. Мог бы под комбу попасть хорошую, но не получилось, ребят. Давай попробуем. Блин. Но. Е. Ай, не то. Немножечко не то я хотел. Да хорош ты уже прыгать-то здесь, а? Как сайгак распрыгался мне. Че, попробуем? Оп. Да ну. Так. Понятно. Нет. Да как же ты прикрываешься-то, а? Хмырь ты болотный. Не успел, ребят. Че, неужели сдуемся? Неужели мы сдуемся с тобой здесь? Вот на этом вот говнюке. Без рода, без племени. Нет, ну жизни у нас, конечно. Ай, господи. Но зато я дошел до раунда 8. Саями, чувак. Ого, это было опасно, ребята. Это было опасно, но сам понимаешь, у нас было мало здоровья, поэтому меня просто тут отшлепали. Можно посмотреть, сколько вы мне денежек дадите? 2000. Ой, 1200, да? Так, этого у нас с тобой 11 тысяч. Ну, на что-то должно хватить, по идее. На что только? 11 тысяч у нас. Это я приобрести не могу. И тут, сука, такие ценники. Да, мне даже на броню не хватает. Только лишь на шлем закаленный. Только лишь на шлем. А на броник мне еще нужно копить и копить. Че, шлем что ли приобретать? Друзья мои, давайте приобретать шлем. А фиг ли делать? Твой заказ будет готов через 4 минуты. Он еще будет готовиться у меня. И давно ли такие правила, что я должен еще шлем, который я купил, еще ждать в сколько-то времени? Безумно. Везде у нас с тобой безумно. Ну что, пойдем, наверное, на шлем, что на тебе сейчас недостаточно хорош для предстоящего боя. Да я знаю, что недостаточно хорош. А у меня... Ой. Так, это у нас кто? Бык? А, тигр. Тигр. Это тигр. Блин, с этими крючьями. Мне не нравятся стилеты, которые у меня... Не стилеты, а эти крисы. Мне не нравятся эти... вид оружия этот. Пумс начинается, да? Опа, поехали. Ага. Угу, понятно. Тоже гаденыш, блокирует и сразу же бомбит, а? Смотри, как он шустрый. Да ну хорош, блин. Я ничего не успел сделать. Тварь ушастая, а. Я не успеваю ничего сделать. Просто он меня берет с рюками, бомбит. Еще эти приседы дебильные, которые не срабатывают ни шиша, блин. Бумс. Да какой бросок? Ну какой, блин, бросок, а? Саданул, да, по чайнику? Тынь-тынь, нормуль так, да? Стоит только немножко прозевать, ребята, и получаешь по полной программе. Не надо только сюрик свои бросать. Тихо, аккуратно. Я понял тебя. На, блин. Я даже не успел присесть. Да ну. В принципе, ребята, можно его завалить, попробовать. Как бы я не вижу ничего сложного в нем. Единственное, где мой шлем, блин? Пока шлем будет готовиться, мы будем драться с тобой до потери пульса. А как я буду потом с этим чепушилой драться? Вот что меня интересует. Как? С отшельником. Это будет люто, наверное. Ну, начинается, блин.
Подловили. Еще раз ударили. Поехали. Ну-ка, мстим. Месть прошла удачно. Поехали. Да. Да хорош ты, блин. Ты кусок говна, ты достал уже своими сюриками. Только за счет сюриков, я смотрю, он тут и выигрывает. Сейчас выпрыгни, да? Валяться, я сказал тебе. Так, что он там хочет? Что он там хочет, сюрики опять метнуть? Подсечку. Аккуратненько, ребята, аккуратненько. Подрезал маленько. Поехали. Ага, ага, ага. И добили. Фух. Все было сработано пока нормуль. Давай-ка также попробуем тихонько, без шума. Поехали. Так, аккуратно. На, в ответку. Подрезал. Что-то плохо сейчас было. Нет. Да как ты, гаденыш, уклоняешься-то, а? Да, блин. Я офигею с него, блин. И он и приседает, и все, что только не надо делает. Вот смотри. Сразу же у него офигеть реакция. Ну как его, блин, ребят, ну вот как его бомбить? Ну тут объясни мне, как я его тут должен бомбить, если он просто все делает с такой скоростью. Он все знает, где я, что я буду делать, как я буду делать. Куда я, блин, прыгнусь, как я начинаю делать. Ну смотри, ну, о чем это говорит? Сейчас будет метать свои сюрики, нет? Уворачивается сразу же. Бросок у меня отнимает очень мало ему здоровья, блин. Он сейчас начнет сюрики свои метать, не? Делать свой удар плешивый. Сейчас я его поймал за счет того, что он хотел сюрик в меня бросить. Ну вот, начинается у него, да? Локтем, естественно, сразу же. Моментально, моментальная реакция. Моментально срабатывает. Так, предположим. Ну, конечно же, сразу же удар. Ну, ему осталось удар всего лишь нанести. Есть, наконец-то. Ё-моё, друзья мои, ну, это бомба какая-то. Просто замедленного действия. Так, мы с тобой заработали 7500. Кстати, надо было, надо видосики смотреть, ребята. Нет ничего позорного в том, чтобы проиграть схватку достойному воину. Вот здесь ты прав, парень. Не, здесь нет ничего достойного. Ой, плохого. Так, у нас здесь без блоков. Ребят, я пойду. Предлагает купить недавно выкованное метательное оружие. А шлем-то? Шлем-то готов. Он там, по-моему, 4 минуты всего лишь должен был делаться. Надеть. Ну вот. Так, шлем есть. Нам нужна теперь еще броня. Да и оружие бы нам не помешало. Но его не... Ну, где я должен вот эти гемы взять, а? Объясните мне, пожалуйста. Эти гемы, наверное, только можно купить. За реал, да? 400 гемов стоит 104 рубля. Как еще их тут зарабатывать? Никак. Бесплатно, ага. Один гем за просмотр видосика. Это знаешь, сколько мне надо смотреть видосиков, чтобы накопить? 20 видео. Жесть. Так, что там, ты уверен, что... Да, конечно, конечно. Зачем твое предложение? Без блоков, ребята. Поехали. Безумно, без блоков. Плюс у нас еще и бархат здесь. Да. Ладно, попробуем. Ага. Начинается, да, сразу же? А,
А чё я жду-то? У нас же блоков нет. Господи, вот это я, да, вот это я, ребят, лопухнулся. Я выжидаю, думал, в блоке постою. Блока-то нету. Да ну! А блока только у меня нету или у нее тоже? У нее, у нее-то блок-то есть. Ну давай. Бархат этот. Ё-моё, как я её сейчас подловил-то? В воздухе, да? На вертушку попала. Солидно. Ладно. Тут, короче, нету смысла, ребята, ничего ждать. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Поехали. По-моему, у меня сейчас тут крышечка будет. Нет, ну если мы, конечно, вот с тобой вот так вот будем. Это большая редкость, когда ты можешь ее наказать. Да причем так идеально еще. Ой, в голову вот эти. Вот сейчас было замечательно, хорошо. И сейчас вот было хорошо, сейчас не поспоришь. Блока нету, поэтому стоять там где-то в сторонке и отжидаться, ну, ребят, сами понимаете, это беспонтово. Ловим. Ох, хотя бы так бросочек, и то неплохо, ребят. Нет! Ничья, ладно. Там немножко ей оставалось. Да, без блоков очень сложно, конечно, играть. Тут не поспоришь. Так, хотя бы так сделаем. Оп, я? Я ведь перехватил, да? Нормуль. Ну, естественно, естественно. Сразу же начинает мне тут... Удар сами, это очень... Очень опасные, ребята. Удар. Ну, как иголка, ё-моё. Сравнил, конечно, как иголкой. Ну, началось, да? Ой-ой-ой, укольчик. И в голову. Ну, вот как вот с ней драться без блоков, а? С этой кикиморой. Как? Вот объясни мне. Как? Каком, ё-моё? Хочешь, не хочешь, а надо драться. Блин, бархат, шелк. Навозная шерсть, ё-моё. Поехали. В блоке, да, простояла? Ага. Ну, естественно, у меня нет блока, я не могу ничего сделать. Ребят, ну, смотри, просто как мясо. Как груша для избиения, блин. У нее блок есть, а у меня нету. И любой укол, тем более сай ей дали, который с выпадами. Блин. Плюс всю... Я не знаю. Не знаю, ребят, фигня какая-то полнейшая. Испытания тоже мне дали. Зашибись. Ну, естественно. Ну, даже захочешь, если, например, пережить какую-то там грозную атаку, не получится, потому что, ну... Ну вот как вот, ёб твою мать? Да ты заколебала, тварь, блин, вонючая, блин. Трындец. Еще в своем говношмоте тут прыгать, а? Невозможно. Сложно. А мы что были сейчас? Давай пойдем сюда, вот, на сложно. Изверг опять, да? С двумя мечами. Еще крисы меня вымораживают. Сам вид оружия, крисы. С этой вертушкой, блин. Мне лучше дайте нунчаки нафиг. Тут, тут же блок есть, забыл совсем. Эть, не надо. Хорош. Так, он попал, да? И я попал. Ой, ой-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 ой. Да цепись ты, а? Выбежал, да? Хорошо, что мы ему сейчас по ногам-то саданули. И блокируется, понимаешь? Не надо. Ай-яй-яй. Я понял тебя, парень. Ты как этот старый монгольский монах. Ну, может быть, получится все-таки. Получится, по-моему, нам с тобой звездюлиться сейчас. Ну, естественно, он выпрыгивает. Эть! В чайник пробил ему. О, друзья мои, меня аж я не могу. Аж
Сколько нервов я потратил на все это дело. Ты даже не представляешь. Да ладно, пробил. Угу. Будет сюрки метать, да? Нет. Оу! Спасибо за подарок судьбы такой. Но радоваться-то рано. Что он хочет сделать, а? Ати! Ну ты смотри, а нет, я его перебил, ребят. Локоточками, да, значит, говоришь? Да-да-да-да-да-да. Пошло, пошло, пошло. Нет! Жалко, не окончательно. Он сейчас еще меня забомбит нафиг тут. На, гаденыш. Ой, господи. Приз. Надо глянуть. Ну, смотри. Совсем другое дело. Почти 6 тысяч я срубил. А вот что мне теперь дальше делать, когда тут везде все невозможно? Здесь вот безумно. Но я не могу без блока, блин, играть. Слушай, а может быть нам в подземку с тобой отправиться, а? Тут у нас кто? Мегалит? Вулкан? Мы с тобой на где остановились, ты не помнишь? Может быть нам попробовать мегалита маленько побомбить? У нас же ключи, по-моему, есть, если не ошибаюсь. Собирается рейд? Поехали, в бой. Да ничего я не буду, просто в бой. Хоть здесь что-нибудь заработать, ё-моё. Мегалит, еще тот псих, а? Да ладно, начинаешь тут мне тоже. Хорош, может быть, уже, а? Эть, подловил. Ну все, 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 завязывай. Ну и жучара ты, а, мегалит. Ты сейчас серьезно? Иди отсюда. Так, я понял тебя. Ой-ой-ой. Фига ты. Чушка, наяриваешь, блин. Ой, пошло, 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 пошло и пришло. Я забыл совсем, ребят, что он это... Морозка такой. Так, суммарный урон 63. Сейчас мы смотрим по статистике, где я тут. Я пока... В самом низу практически, да? Сейчас подождем с тобой секундочки эти. Нанести за сезон в сумме 7000 урона. 1000 урона. Так, ладно, сейчас попробуем, ребята. Интересно, какие у этого... О, я вообще в самом низу стал. Нет. Гемы у меня и так на счету, как говорится, да? Поэтому я их тратить не буду. Ну давай там 7 секунд, блин. Фига, чувак нанес. Я меньше 63 урона. Это говорит о чем? О том, что я просто, ну, лопушок здесь. В бой, конечно, в бой. Ничего не надо мне. Давайте в бой. Дайте мне мегалиту навалять. Звездюлик. Да, нашел кому навалять. Опа, 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 опа. Начинается у него тут. Бзиконус. Сразу же получаем люлей. Сразу же. Он сразу же мне тут начинает учить уму разуму. Я, по-моему, даже урона ему не нанесу сейчас. Нет, что-то там нанес. Слушай, мегалит, ну хорош уже, а? Все. Офигеть, сколько там? 100 урона, да, ему нанес? В общей сложности. 27, даже 100. Эй, вообще, 90. Ну это никуда не годится, друзья мои. Это никуда не годится. Так, найдите клан по душе, искать, создайте собственный клан. Искать по душе клан. Мне бы в любой. Ё-моё, тут посмотришь, тут такие. Могу хоть куда-нибудь вступить? Недостаточный рейтинг, чтобы вступить. Да тут. Тут куда ни ткни. Везде недостаточно. Понимаешь, везде недостаточно. Да закроем мы это все, закрывай давай. 24 секунды, сейчас подождем, пойдем. Офигеть, да, вот это я нищеброд, ребята. 90 урона нанес мегалиту, блин. Если посмотреть старые видосики, я, по-моему, его там, ну, куда в разы лучше бомбил, чем сейчас. Сейчас вообще никуда не годится. Сати, Девил, Теокал, Секрет и я, Рэй.
Тут нифига, 2000 урона. Ну, там, наверное, я, в принципе, могу догадаться, что там за чувак. Пришел раскачанный хрен с офигенными шмотками. И, конечно же, мегалита бомбит. А мне даже утешительного приза здесь не достанется. Но где-то его обманул, перехитрил. На! Не надо. Получил свое? Вот так вот будешь у меня теперь. Так, тихо. Епарсеты! Вот сейчас хорошо было. Вот сейчас было просто хорошо. Я бы сказал, чудесно. Было. Секрет, что там, минус 196? О, у меня как в прыжке так подсрачничка. Оп. 95. Вы нанесли слишком мало урона, поэтому финальный бой мне недоступен, ребята. Понятное дело. Это я просто... Слушай, а кто сильнее, мегалит? По-моему, мегалит идет первым, да? А вулкан, фангус. Да нет, ребят, здесь мне делать нечего. Фиг ли я тут делаю. Если я не могу, извини меня, даже этого хрена вонючего забомбить, рысь, который принимает мой вызов. Так, дуэль. О, сложно, турнир. Поехали, ребята. А, бархат, бархат. Подожди, это же здесь без блока я буду, да? Или нет, или здесь нормуль. Не имеет значения. Попробуем сейчас завалить ее. Атя! Да ну! Че, без блока, что ли? Я не могу понять. Ты достала своими ударами. Хорош. Слушай, ну серьезно, достала, а? Трындец, просто прикрывается от всего, что я только не делаю, а? От всего у нее есть. Ну, ага, пробила, да? И в блоке, и после блока, ты заметь, сразу же наносит удар. Сразу же после блока пробивает. Как она это может делать? Тынч! Шлепок в харю, я херарю. Фиг знает куда. Вот Саи, да, Саи будут, наверное, получше все-таки, чем мои Крисы вот эти вот. А? Надо же, бросок сделал. Попалась, что ли? Да ладно, быть такого не может. Но. Понятно. Так, прыгает кузнечик. Ага. Что еще будешь делать? Вот так вот, да? Поехали. Ах ты. Ну как же так-то? Ой, прям в глазик кольнул. Воу, в табло. Получила без разбора. Ну давай, иди сюда. Нормулька. Будешь прыжки делать свои? Давай, я тебя ловлю на прыжке. Опа, коленочкой. Давай, 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 Рэй. Юлить начинает, а? Все, осторожный. Ну это точно, я сейчас был такой осторожный, что мама не горюй. Давай также осторожно с тобой сыграем. Так, а у меня есть. А у нее нету сюриков, да? Ну. Опа! Шикарно. Сюрики погнали. Прям в голове у ей. Слушай, неплохо отнял так, под критовку. О, сейчас, кстати, вот так вот ее издалека забомбим, наверное. Забомбил. Лежать. Лежать, бояться, уходим. Ой, тихо. Не надо было сейчас делать. Что она сейчас хочет делать? Понял. Тихо, не надо, она может кольнуть нас. Блин, промахнулся. Поехали. Ага, а если так? Опа. Сайгак невидимого фронта. На. Прыгает она мне здесь. Ну что будешь делать? Поехали. Сейчас было, конечно, глупо немножко сделано. На.
Слушай, по-моему, я ее сейчас ушатаю. Наверное, да. Ну, есть контакт. Друзья мои, бархат одолена. Как-то не странно. 26 монет, ну это вообще смех на палке. Сложно. А что будет? Ну я же проходил турнир, ну, в дневное время, да, выполнен. А в чем разница? А, то, что мы заработаем с тобой вот эти вот кругляшки. 14 тысяч. Ну что, друзья, я думаю, что мы будем с вами заканчивать эту серию. Я потом за кадром попробую на выживалках пофармить монетки, чтобы нам купить броню, ну, хоть как-то приодеться и дальше бомбить вражин, а то это вообще здесь невозможно, здесь невозможно. Только здесь безумно, и то без блоков. Это никуда не годится. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.